наша программа MBA, программа, рассчитанная на взрослых людей, людей, имеющих высшее образование, людей с опытом работы, много чего достигших уже в жизни, но дошедших до того этапа, когда они понимают, что есть какая-то пробуксовка. Хочется двигаться куда-то дальше, хочется расти и развиваться. Очень многие задумываются о создании собственного бизнеса, многие задумываются о дальнейшем карьерном развитии. Именно поэтому они идут к нам на программу MBA. Хотя формальным требованием к программе MBA является 3 года стажа, средний стаж на нашей программе в группах наших слушателей 12-13 лет, а средний возраст 33-34 года. Как вы видите, люди действительно с достаточно серьезным и жизненным, и профессиональным опытом. Почему такие серьезные люди выбирают для себя программу, такую как MBA? Да потому что отдельных тренингов, коротких программ, которые очень актуальны и решают какие-то краткосрочные задачи, уже становится недостаточно. Хочется переосмыслить свой опыт, хочется структурировать свой опыт, обновить знания, освежить знания, расширить управленческие горизонты. И программа MBA для таких людей как раз в приоритете. Как построена наша программа? Наша программа включает в себя 3 очень таких мощных блока. Это блок практических инструментов управления, это блок личностного развития и лидерских качеств руководителя и блок стратегического видения и развития бизнеса. Но логика программы, естественно, строится от общего к частному, от основополагающих вещей с погружением все глубже, глубже и глубже в какие-то частные, узкие, специфические моменты. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, где вы видите дальнейшее свое карьерное развитие, вы можете выбрать одну из предлагаемых нами специализаций, которые, по сути, покрывают весь основной функционал, все основные направления деятельности современного предприятия. Вы можете выбрать одну из этих специализаций. Кроме того, для того, чтобы люди могли расширить свои управленческие горизонты, в нашу программу включен выездной модуль, в рамках которого предполагается встреча с преподавателями школы, которая нас принимает, и выезды в компании, и знакомство с бизнесом на месте, встречи с руководителями компании. Венчает всю программу защита дипломного проекта. Дипломный проект на программе MBA – это практикоориентированная работа, по сути, итог 2-летнего обучения, когда люди за 2 года обучения могут предложить что-то для совершенствования деятельности своих компаний. Очень многие, кстати сказать, пишут и по стартапу, потому что один из очень значимых запросов – это создание своего бизнеса. На программе работают не только преподаватели, и не столько преподаватели, сколько руководители компаний, люди из бизнеса, те, кто имеет практические навыки, те, кто обладает не только знаниями, но и соответствующим релевантным опытом, которым они могут поделиться со слушателями группы. Для того, чтобы можно было оптимально сочетать длительную программу обучения с вашим привычным графиком, а все вы люди работающие, у многих есть семьи, хобби и какие-то другие интересы. Для того, чтобы вы могли оптимально учиться и эффективно учиться, мы предлагаем достаточно большой выбор различных форматов обучения, которые вы уже можете выбрать в зависимости от вашего жизненного графика, как вам комфортнее. Очень значимым элементом программы MBA является обмен опытом. Обмен опытом не только с теми самыми преподавателями, руководителями компаний, консультантами, тренерами и так далее, но и обмен в группе. Именно поэтому на нашу программу существует достаточно серьезный отбор. Нашу задачу мы видим в том, чтобы люди, которые придут к нам на программы, которые будут учиться в одной группе, действительно могли быть интересны и полезны друг другу с точки зрения профессионального развития. И в рамках всех курсов, которые проходят на нашей программе, включены и элементы тренингов, и обсуждение кейсов, и деловые игры, и в том числе и серьезные компьютерные симуляции, где люди могут отработать навыки принятия управленческих решений, поиска новых идей. И очень важным, конечно, элементом на программе является нетворкинг. Это то, зачем идут серьезные люди на
программу. Действительно, в нашей изменчивой среде умение быстро реагировать на новые изменения, умение искать новые идеи, умение развиваться в постоянно меняющейся среде – это очень важный навык, который, собственно, и продолжается в течение всего обучения. И нетворкинг здесь очень важный момент, потому что, когда все меняется, привычные бизнес-процессы, зарегламентированные всякие вещи, они не работают. Работают что? Работает доверие, работают связи, работают контакты. Обучение на программе MBA позволяет наработать вот такие вот дружеские, партнерские отношения с слушателями группы. Тем более, что в рамках обучения вы будете общаться не только со слушателями своей группы, но и со слушателями других групп на специализациях, на выездных модулях, да и просто на переменах и иных мероприятиях, которые проводит наша школа. Кроме того, если вы считаете для себя очень важным получить не просто бизнес-образование, но еще и высшее образование, у нас есть замечательная возможность. Параллельное обучение на программе MBA и магистратуры. Если вы выберете для себя эту конструкцию, ну, в таком случае вам придется учиться чуть дольше, чем тем, кто придет только на программу MBA. Потому что программа магистратуры длиннее, стартуют они одновременно, но программа магистратуры заканчивается чуть позже. И после окончания MBA еще семестр вам придется поучиться, защитить магистерскую диссертацию, ну и, соответственно, получить диплом магистратуры. Друзья, я не знаю, выберете ли вы нашу школу, выберете ли вы какую-то другую программу, а может, пока вообще откажетесь от обучения, перенесете на более поздний срок. Но я искренне желаю, чтобы вы никогда не пожалели о вашем выборе и помнили о том, что любое обучение и программа MBA в том числе – это не финал, это очередной этап и стартовая точка для дальнейшего роста. Учиться придется всю жизнь. Удачи вам!